Друзья, всем привет! С вами канал Жизнь на подоконнике. Я Татьяна. Это у нас магазин Обби, Москва, метро ЦСКА, торговый центр Авиапарк. И я зашла в оценку, которой очень-очень много, как я, собственно, и предполагала. И обычно они от цены ставят скидку 70%. Давайте посмотрим, чтобы что-то было с приличными корнями, не совсем развалившееся. В хорошем состоянии, но со скидкой 70%, как мы любим. Вот, например, вот эта орхидея, смотрите, она себе прекрасно цветет, у нее очень хорошие корни, вполне себе, и будет она стоить 1299 минус 70%. Ее только надо полить, и она еще продолжит свое цветение. Так, далее. Далее вот у нас тут такая вот $999 минус 70%. Вполне себе хорошая орхидея с хорошими толстыми корнями. Очень даже ничего. Цвет красивый и состояние прекрасное. То есть тут надо копаться, смотреть. Вот это тоже 1499, которая была. Теперь она в оценке. Минус 70%. Далее. Где-то мне показалось. А, да, вот он стоит беглит. Сейчас я его посмотрю. Дендробиум. Вот такая желтая. Не буду все, друзья, так копать, потому что оно может упасть на меня. Все без упаковок. Вот отличный дендробиум. Ой, дендробиум, беглип. 1333, минус 70%. Тоже корни в порядке. Надо полить. Надо полить, и он оживет. Он восстановит тургор. И, в общем-то, ну, цветение, наверное, не восстановит. Хотя вот бутон у него есть, бутон еще может раскрыться. Ну, неплохо, я считаю. Не буду все доставать. Так, просто с вами сейчас пройдем, посмотрим. Что пиратов нет в оценке, жалко. Я бы взяла парочку. Есть вот что-то такое. 99 минус 70%, но это уже неизвестно что. С обрезанным цветоносом. Вот такая. Тут, правда, наверное, уже нет корней, но тем не менее можно попробовать ее реанимировать. Внизу довольно много. А это дейтриппер. Так. В основном обычные сорта, которые, в принципе, так недорого стоят. Сейчас вроде с той стороны посмотрю. Вот тоже неплохие, смотрите, стоят. Или вот, например, смотрите. Так, вот. Тут вообще все супер. 999 минус 70%. В общем, есть из чего выбрать, если нужна оценка. Я, честно говоря, думал, что ее будет еще больше. Но, наверное, люди разбирают. Вот это, кстати, мы вчера видели. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это, кстати, мох. Он вообще не подходит. Непонятно, зачем его туда положили.
Но мне очень нравится расцветка. Вот как бы ее достать, чтобы она мне на голову не упала. Не знаю, видно вам, что я тут делаю или нет. Просто это вот так выглядит. Они все между собой спутались. Такой вот цвет у нее. Я вчера их видела в этом, в Леруа. Так. Хочу понять, сколько она стоит. Бедняжки. Смотрите. Так. Ничего. А, вот. 3,299. Ну, минус 70%. Все равно дорого. Но цвет красивый. Так, все, друзья. Буду заканчивать. С вами была я, Татьяна. Магазин Оби, метро ЦСКА. Основной обзор орхидеи тоже выложу. Смотрите, пожалуйста, на канале. Подписывайтесь на Яндекс.Дзене и в Ютубе. Пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.